Игра «Пять хороших дел». Вот такой малыш у нас появляется. И мама. Сынок, я пошла на работу. Список дел, как всегда, оставляю. Надеюсь, ты справишься. Ты же у меня уже большой. Мальчик помогает маме. Послушай, что мама поручила сделать Вове. И помоги ему выбрать нужный предмет. Мама попросила постирать. Итак, ребенок произносит только часть фразы. Мама попросила постирать. А ребенку, с которым мы играем, с которым мы занимаемся, нужно догадаться, что постирать: футболку, ласты или пальто. Вот эта игра и на сообразительность, и на знание, и на умение сформулировать фразу. Выбираем тот предмет, который показан здесь. С этим справились. Что сделал наш мальчик? Постирал футболку. Можно составить такое предложение. Надо забить. И вот здесь вот сочетание, что мы забиваем, гвоздь, бантик или же домино. Да? Скорее всего, мы забиваем гвоздь, поэтому ребенок наш составляет предложение: мама велела забить гвоздь. Или наш мальчик, назовем его Коля, Коля забивает гвоздь. Составили предложение, выбрали нужный предмет, и сам ребенок выбирает, работая мышкой, или ему подсказывает специалист. Здесь все зависит от того, с кем вы занимаетесь. Отлично! Вычеркиваем из списка. Вот такой список у нашего мальчика. Да, это пример для подражания. Мама ушла, а мальчик помогает. Мама попросила навестить. Навестить мяч, ворота или бабушку. Здесь и грамматика «навестить кого». Нужно правильно составить предложение. Мальчик должен навестить бабушку. С этим справились. Навестил бабушку и смотрит, что дальше у него в списке. Мама попросила купить. О, какие симпатичные предметы появляются. Что же надо купить? Молоко, бомбочку или шишку? Заходим в настройки и видим, что настроек для этой игры нету. Поэтому просто составляем предложение, выбираем нужную картинку и смотрим, как наш ребенок справляется с этой задачей.